В Ульяновске завершили первый этап благоустройства парка «Новое поколение». Отремонтированы тротуары, освещение, установлен пандус на входе в парк. На следующий строительный сезон запланировано обустройство детских площадок и установка МАФ. С ходом работ ознакомился глава региона вместе с депутатским корпусом. Также на улице Камышинской у дома номер 4 заменили 260 метров ливневой канализации. На Жигулевской обновили тротуары, скамейки и ограждения. Жители поделились с главой региона впечатлениями от строительства. Тротуар, он был плитами выложен. Ага. То есть старые плиты торчали, крючки, вот, они были травмоопасные. Вот. А теперь все замечательно. И вот хочется сказать большое спасибо подрядчикам, потому что они сделали дополнительный вот тротуарчик на пешеходном переходе и вот в ту сторону еще к остановке. Возле дома номер 25 на улице Минина отремонтирован хоккейный корт. Восстановлена целостность бортов коробки, скоро выровняют и саму площадку. Во время зимнего сезона здесь будут проводиться тренировки и спортивные мероприятия с тренером от территориального общественного самоуправления. Завершился объезд осмотром парка «Семья». Со времен последнего визита губернатора парк несколько преобразился. Буквально на той неделе весь депутатский корпус Засвияжского района вышел сюда вместе с жителями нашего округа. Мы провели очень такой хороший субботник. Кроме того, и центр благоустройства провел и спилку деревьев, кустарники все обрезали. И сейчас он, видите, уже в таком хорошем состоянии. Благоустройство парка будет продолжено. Видение того, как будет развиваться парк, сложится из запросов местных жителей. В планах ремонт фонтана, сцены и посадка розария, который ранее здесь был. Напомним, благоустройство дворов и общественных пространств ведется в рамках проекта формирования городской среды. Нацпроекта «Жилье и городская среда».